добренького всем денечка. Папа Джонни на тумбочке уже. Понедельничек. Новый денечек. Новая рабочая неделька. Ребенка с утра уже отвез в школу. Выдержал эти выходные. Жена пока еще у нас в больнице, в роддоме. Врачи решили еще оставить в роддоме на сегодня. Анализ сейчас там возьмут, не совсем самостоятельно. Всем хорошего денечка. Бодренького. Подписывайтесь на канал. Спасибо тем, кто подписался уже, подписывается. Сейчас будут новые события, новые, короче, кадры, новый контент. Ой. Так, ну вот такой вот X4 интересует парней. Там от них тоже с комфортным доступом. Все дела, М-пакет. Почти как у меня на продаже стоит, только без панорамной крыши, короче говоря. Кожа, тряпка, автомат, дигитальный штевец, навигация. В общем, хорошая комплектация. Оптика у нас там что? М-пакет, М-диски, М-оптика. Вот это, по-моему, лазерные фары, если не ошибаюсь. Или не лазерные, или биксенон, или LED. Диагностичка. Задиагностируем, и все будет понятно. Короче, X4, как бы, вроде бы, сейчас товарищ Юрий оставит залог, короче говоря. Вот. А у меня хорошие новости, вроде как. Ребенка отпускают с женой из больницы, ну, из роддома. Вот, так что, короче говоря, типа, в часа в два, 125 евро стоит кресло-люлька. Надо будет забрать. Вот эту, короче говоря, бэху сегодня предоплачивают, забирают, и уезжает она в далекие края. X4 предоплачен. Сейчас там как бы от парней будем ждать денег, как бы. Я уже на месте, вот приехал тут к ребятам, девчатам за седухой, короче говоря. Ладно. А мы их накрепли, там вот так. Ага, а та за ДВЕ? Ага. Ага. Отлично будет. Отлично. Ситуация. С базу. С купу, сега, тега, я. Так, возите этот. Сидушка вроде прикольная, нормальная. Сейчас надо только понять, у меня изофиксы есть. У меня есть изофикс. Ага, все хорошо. Изофикс. Прекрасно, изофикс. Сидушечка прикольная. Свеженькая, все как бы. Там не грязно, ничего, не удрочно. Так что будем брать. Все, короче, что, купил я креслицо. Вон, креслицо у нас уже установлено. Блин, я понял, типа, что, короче говоря, в моей машине максимально мало места. Тут вон для ног осталось, короче говоря, вообще мало. В общем говоря, надо что-то еще будет придумывать теперь и с машиной, короче говоря. Не знаю, надо будет сейчас подумать. Сиденье как-то, блин, съело место нормально, короче говоря. Я уже приехал вот в роддом, кстати говоря, блин. А здесь такая жесть с парковкой, конечно. Просто улет, короче. Уже второй круг даю. Так, второй круг я раздаю. И не понимаю, куда тут припарковаться, вообще непонятно. Как раз на первом круге, блин, заехал. Там как раз было местечко, блин. Прям было местечко идеально, блин. Прям под роддомом. И, короче, блин, тетя заняла это место. Ну, думаю, блин, что ты будешь делать, тетя. Вот тебе так это надо было, блин, вот запарковаться. И вот она запарковалась, короче. Прям вот было местечко, вот это вот, где Мерседес стоит. Прям вот за ним, как бы, было местечко. Вернее, место этой тетеньки. И теперь я вообще не понимаю, куда мне запарковаться. Так что довольно заинвестиционно. Поедем сюда, наверное, заедем, ну, потому что делать, я не понимаю, где мне забрать, как мне забрать ребенка, блин, вообще непонятно, блин. Короче, здесь все так забито, заталкано. Вот сюда, наверное, постанем, потому что других вариантов нема. Так, что, погнали. Возите туда, вернее, кресло забрал. Бежим за женой. Короче, в больнице надо ходить только в маске, короче, блин. Сумасшествие. Так, ну что, еще пару секундочек. Так, погнали, мне еще, короче, надо было заплатить
20 евро за то, что кто-то принимал роды рядышком был, короче говоря. И за эти 20 евро, типа, побежал. Так, ну что, мы упаковываем нашего этого пассажира. Летчик, налетчик, что-то там. Улыбается там периодически во сне. Домой идем, Эржан. Ну, оно все вместе идет. Ну, с этим можете познакомиться. Это товарищ Алиса у нас. Ну вот он, момент истины. Мы выписались. Ребенок на своем законном месте уже теперь. Слышь, теперь реально надо машину менять, блин, на что-то побольше. Боже, а у меня телефон все не умолкает и не умолкает. Он просто разрывается, Лидия. Ну что, эй, мы дома. Мы дома, наш новый персонаж, наш новый участник нашего движения. Дома. У нас дальше миллион событий. У нас еще заехал, еще шпар забрали. Жена, он должна как-то обратно вернуться. Где там жена? Вот жена. Жена в себя приходит. Я в себя прихожу. Наш человек в себя приходит. Улыбается или мне кажется? Улыбайся. За ногу трогаешь, сразу типа не нравится. Типа не. Сразу видишь, ты подумаешь. Так, господа, еще кратенькое включение, экстренное. Значит, тут будет первое знакомство вообще всей семьи со всей семьей. Вот, сейчас мы тут просто ребенка поведем знакомиться. Маня, Маш, уши, руки, пойдем знакомиться с нашим членом семьи новым. Со сестричкой, ну, бывает кипиш. Ой, ой-о. Маня, Маш, иди сюда. Эй. Здорово, не спим. Смотри, кто тут? Это кто? Кто это? Девочка. Девочка, это сестричка твоя. Ам-ам-ам, еду-еду. Еду-еду, эй. Крокозяка. Крокозяка. Колбасака. Что там? У нас тут движуха. Ну, в общем, вот такое у нас получилось первое знакомство ребенка. Ну, ребенок пока еще все равно как бы наш. Ну, думать, может быть, это просто на время? Да, просто типа временная рекламная пауза. Это занесли и унесут, может, еще когда. Вот. Но уже не унесут, как бы вот. Но первое знакомство было, ребенок, конечно, ну, ему пока не понять, что происходит. Но он свое место благородно уступил, как бы, для нашего нового члена семьи. Доброе утро, господа, дамы. У нас тут что-то немножко мы еще так подсыпаем, но немножко улыбаемся периодически. The next day. Привет, доброе утро. Сейчас вон там ребенок собирается. Я сейчас тоже буду в душ собираться. Едем все с ребенком в поликлинику. К лору, что-то там ухо когда-то ковырнули. Сейчас надо там медосмотр проходим, там смотрят там с ухом, что как там. Ну, просто это ковырнуло и кровоточило, потом вроде все нормально, но ходим, еще после сказали еще раз прийти, провериться. Например, он что-то улыбка какая-то проснулась. Эй, улыбка. Рыбка, улыбка. И, уй, ти, и. Ну что, мы уже в бою, ребенок. Привет, доброе утро, добрый день. Мы летим, летим, летим. Мы летим в поликлинику. Вот, а это, кстати говоря, улица Павшетова, там консульство русское. А это, кстати говоря, вот это вот тюрьма. Я как-то раз уже рассказывал, говорил. А напротив вот этого тюрьмы, тут получается свалка, короче, снага. Там, где сбрасываю я обычно мусор весь. Вот свалка. Но здесь вот эта свалка, это здесь получается как привозят, свозят все, короче, свозят, ну, и продают еще типа целые вещи, как бы там. Так, мы уже почти на месте. Вот это, кстати говоря, бывший завод Сукрарна, сейчас это же я где-то рассказывал когда-то. Это сейчас типа получается арт-объект, ну там внутри галереи, короче, все такое. В общем, стоит типа сходить, посмотреть, кто любит там искусство всякое разное. Современная. Все, мы вышли из поликлиники, из больницы.
В общем, все, выдержал нормально. Бежим, летим в школу, везем ребенка, и дальше у нас есть задание. Господа, короче, что я вам скажу, типа, у меня сегодня что-то я сломался. Привел ребенка домой, что-то думаю, дай-ка что-то прилягу пять, что-то не так, что-то прям как-то клонило меня, клонило. И, короче говоря, меня отрубило. Проснуваюсь, 6 вечера. Вот, сейчас только вот это всковырнулся. Быстро летим в Мимоверсты, надо там купить. Жене, типа, она нам лампу заказала, ну, светильник, короче, один заказал. А сейчас я приехал уже в Мимоверсты. Это у нас Мимоверсты, сейчас покажу. Это, типа, короче, ну, не знаю, вот, видите, вот, Мимоверсты, вот он, магазинчик. Это Мимоверсты, это, типа, интернет-магазин, портал, короче, как, типа, в Украине это, типа, Розетка, что-то типа того. А те, кто для, у кого там в РФ, в России, там у них Озон, короче, ну. Вот так у них, короче, вот здесь вот есть выставочные салоны, короче, тут он уголок Лего. Так, у нас тут, короче, вот тут кассы. Здесь вот такая вот обстановочка выставочная. Ну, это тут как бы в основном выставочная история. Можно что-то потрогать, попробовать. Там телевизоры, телефоны. В общем, вот такая вот лампочка. Я забрал уже. Вот, ну, пока непонятно, но, короче, я приду домой. Достанем, распакуем, покажу, что оно и как оно. Cat lamp. 1 hour later. Ну, в общем, вот такое вот у нас у принцессы царское ложе. Кстати говоря, очень мне не нравится, что здесь, кстати говоря, знаете что, здесь вот такая вот щель. И как бы ребенок сюда может нормально, короче говоря, запутаться. Птенец наша. Вот наш птенчик. Птенчик, ку-ку, спит, ест и спит, спит и ест. The next day. Добренько утречко, господа, 7:35. У нас тут и кота, ку-ку, доброе утро, у Федота. А, вчера же я вам это... показывал, лампу я купил вот такую. Она, короче, мягенькая. На нее нажимаешь или как-то там. Вот так вот включили кнопочка. И она, короче, видите, мягенькая такая. На нее там, она он играет, ну там переливается светом. И такая мяв. Мяв. Нажал. Отключил. Нажал. Включил. Нажал. И она вот, короче, начинает такая, типа. Разными цветами. Магия. Magic. 5 hours later. Вчера позвонила мне жена. К нам приходила сегодня медсестра. Отвлечемся от тем машин, не машины, бизнесы, не бизнесы. И что говорит жена? Пришла медсестра. И говорит, что у вас желтуха полным ходом, оказывается, рубает. Ребенок слабенький. Но я-то и так вижу, типа, что он что-то слабенький. Что, ну, что-то, короче, как бы вроде окей, но не прям уж я вижу, что, типа, не окей. Там какая-то на глазах гематомка, короче говоря, на правом или левом, короче говоря, гематомка, типа, как бы ребенок спит постоянно, ну, то есть, как бы, ну, не совсем окей, вес не набрал нифига, вот сколько дней, 3 дня уже, и он ни грамма не набрал веса, при том, что, типа, кушает. В итоге она нормально кушать не может, получается, ну, не подсасывает молока столько, сколько надо, короче говоря, то есть не добирает. Ну и, короче говоря, типа, желтушка чуть-чуть долбашит. И сказали, типа, езжайте, короче говоря, в больницу, в роддом. Вот, и сейчас, короче, еду за ребенком, заберу ребенка. Заедем домой, перекусим, короче, и ребенок, и я. У меня в 16:20 осмотр. Ребенок пока дома, я съезжу, посмотрю квартиру с человеком. Вот, потом приеду обратно домой, заберу на 6 часов, повезу, типа, жену и мелкую, повезем в поликлинику, ну, в больницу, в роддом. А с Машей мы поедем на осмотр, как бы. Сейчас осмотр на 16:40. Вот, только что мне еще звонил как раз арендодатель. Звонил мне арендодатель, который мы смотрели квартиру в понедельник в
понедельник в часов, потому что 7:30 или что-то типа того. Вот. И позвонил и сказал мне I'm sorry. Типа, жаль, но я выбрал других кандидатов. Блин. И как бы это типа нихера не радует, как бы, потому что ну, вроде он так, как бы вроде был так настроен, вроде как бы к нам, типа, ну вот он с таким как бы сожалением как бы мне это сказал, как бы, что вот я вот выбрал типа Люблян, ну, типа из Люблянной, типа семью, как бы вот это вот все, и вот это вот. Покажу вам немножечко еще окрестности, мы вот уже как раз буквально вот-вот. Буквально 100 метров нам 200 еще проехаться. Тут как раз он есть Лидл, Шмидл, Хофер. Все дела. Это район Бежеграда, Братовшего площадь. Ну, в принципе, как бы не сказать, что плохой район. Такой обычный район, спальный. Вот. С парковками здесь, конечно, беда. Какая-то площадка теннисная. Теннисный воркаут. Нам вот сюда. В принципе, в этом дворе, ну, с парковками, видите, вон как, на тротуаре все паркуются. Так, ну а мы, в общем, где-то здесь, ну, в принципе, видите, внутренний двор. Это все истории этих домов. Такой, в принципе, спальный райончик. В принципе, тихо. Но с парковками беда. Вон человек идет как раз. В общем, сейчас будем искать наш адрес. Взяли мы квартиренку. Небольшая гарсоньерка, ну такая студиечка, как бы там, ну, один, но максимум два человека, то есть там как бы прям, не прям уж там какая-то большая квартира. 500 евро стоимость квартиры, мы уже были третьими, а там еще после нас еще 5 осмотров. Ну, как бы тут что, будем надеяться, что как бы мы понравились. Алиска. Поехали. Смотрите, едем. Короче, она только что я типа ее везу, а она, короче, типа угорает, смеет, что-то улыбается. Какой-то экшен происходит. Выворачиваемся из паркинга. Опа, что-то там пробивается глаза. Открываемся. Что происходит? Добренькая водянечка. Булочка. Пирожочка. Так, ну что? Мы выдвинулись в путешествие. Наш чувак, он там у нас, гонщик уже сидит. Но пока, конечно, не очень удобно, что типа, мы его не видим, как бы, и он не видит нас. Соответственно, как бы это все. Так, ну, уже бы ты уже, может быть, убежал бы даже. Может быть, все, жену завезли мы в роддом. Ребенка на СТО, как говорится. Надеюсь, что-то они как бы там сейчас порешают. Не знаю, там пару часов это все займет, конечно. Все за где-то, ну, часа два минимально вроде как там надо будет побыть им, короче говоря. Так, прыгай давай. Прыгай. Короче, что я вам хочу сказать? Короче говоря, бензин у нас сегодня ценник вот такой. Евро 35. Дизель, конечно, евро 68. Не сильно он там подешевел. Ну, там что-то на пару центов подешевел. А именно бензин. И евро 35, но я слышал новости, ну как там, что-то читал, там были новости, вот, и говорили типа, что бензин нормально подешевеет там прям хорошенько, но вот он был буквально еще вчера, он был или позавчера, или сегодня он изменился, или вчера, я вот просто вчера не заправлялся, заправлялся сегодня вот первый раз, вот, и дизель, бензин был евро 49, а сейчас евро 35, то есть, грубо говоря, 15%. Ой, 15%, 15 центов, короче говоря. Так, ну что, мы заправились, и мы едем в аэропорт. Погнали за тещей. Как раз она нам через 25 минут уже будет заземляться. Так, что ж мы, уже в аэропорту. У нас вон аэропорт, по ходу нашего движения. Вот. А тут мне пишет как бы жена из роддома. Вот. Короче, я по этой желтухе, типа, анализы, типа, на грани. Из 270, типа, 268. Вот. И как бы предложили остаться. И жена как бы, типа, останется на ночь сегодня.
Ну, чтобы пускай лучше там спокойнее будет, что, ну, в плане какой-то контроль. Ну, то есть, если вдруг как-то что-то, то как бы хотя бы, ну, просто ребенка тоже туда-сюда возить. Конечно, жалко, что он там будет тусоваться, как бы, ну, не хочется, чтобы он там тусоваться, хочется, как бы, чтобы он был дома. Вот, ну, лучше там, вот, под контролем, по крайней мере, сегодня побудут, может, завтра там побудут, не знаю, там, посмотрим, как бы, как там. Врач сказал, что серьезных признаков болезни нету, гематомы вокруг глаз, скорее всего, были с рождения, просто только сейчас так явно проявились. Ну, то есть, поэтому, то есть, сейчас уже оформляют их, и на один день до завтра уже оставляют и положили уже ее под лампу. У нас вот что происходит? У нас происходит следующая ситуация. Вот у нас летит теща, и у нее задержка что-то там на 20 минут. Короче говоря, они будут минут через 10 заземляться у нас. В общем, что, сижу, жду тещу уже вот как бы без 15:09. Вот. И, короче, тут все сейчас да, приземлилось, все нормально, как бы, звонит, говорит, блин, меня тоже. Да, я вот как раз ребят в воскресенье встречал, там машину им передавал, их тоже, короче, час море жили, типа, документы проверяли, там, брони, шмони, мань, чуть-чуть подъезжи, хорошо, вот, и сейчас, типа, теща тоже прилетела, забрали паспорт, приглашение, типа, ну, пошли проверять, типа, что вообще, как бы, ну, там, существует ли такой человек, и вообще, что там, как, ну, как бы, типа, проверяют данные, то есть смотрят на... Не чешешь ли ты, или там, не враг ли ты, ну, короче, вот это вот, типа, блин, вот это все из-за этого всего, вот это вот все и происходит. А теща, как бы, гражданка РФ, ну, так. О, блин, короче, как-то все, вот это вот все, блин, уже утомительно утомляет, конечно. Только что позвонила мне теща, короче, рядом с полицейским стояли, они говорят, а ну-ка там, ну, чтобы кто-то подошел, жена, я говорю, ну, дайте, чтобы я подошел, типа, я говорю, дайте телефон просто хотя бы там, это, и скажу, типа, что, че, кого, вот он что-то... А, это вы, типа там, я говорю, ну я муж, как бы, от жены, но у меня имя, фамилия другая, типа, как бы, у жены, говорю, такая-то, у меня такая-то, вот, он говорит, типа, там, а какой-то там испит, ну, типа, экзамен есть, я говорю, типа, ну, по водительские права, я говорю, ну, вообще есть, но, типа, она, говорю, в России, говорю, как бы, у нее права, говорит, а вы, типа, муж, я говорю, ну, да, муж, я говорю, а где жена, я говорю, ну, она, говорю, породничница, ну, как, в роддоме сейчас, я говорю, типа, положили, ну, с ребенком обратно. Он такой, окей, говорит, ладно, сейчас вас, госпа вас будет ждать сейчас, как бы, на улице, и, в общем, короче, документы отдали, все нормально. Едем за тещей. Ох, аллилуйя, забрали мы нашего этого героя, персонажа, летчика, налетчика, короче, я, типа, замучили бедную тещу. Вот. Ну, бедную по ситуации, а не по жизни, конечно. В общем, что, короче, наконец-то все свершилось, все случилось, все нормально. Мы едем домой. На сегодня слишком хватит, слишком много всего произошедшего, происходящего. Поэтому что, мы уже едем домой, все устали за сегодня. Я-то что-то тоже подумался. Вот, ребенок там тоже уже, он там, бедняга, уже тут. И писать хочет, и туда, и сюда, и в туалет, и не туалет, и есть, и уже, короче, в общем, на сегодня событий предостаточно, поэтому мы с вами переносимся уже в завтрашний день, и завтра нас ждут новые какие-то веселые или какие-то истории. Как-то так, всех обнял, принял, и мы погнали приходить все в себя. The next day. Доброго денечка, господа. 10:30 дня. Проснулись все, собрались, что-то, короче, ночью, что-то как-то спалось не очень, что-то, короче. А тем временем мы продолжаем делать дела. И сейчас направляюсь я в Крань, город. Там у меня осмотр на 11:00, мне ехать 26 минут, я уже стартанул, оп. И в час дня у нас еще один осмотр в Любляне, на Шишке, вроде бы как договорился везде, так что программа на ближайшие 3 часа
у нас такая. One hour later. Господа, я уже на пути обратно в Любляну, 12 часов. Тут как раз я уже подъезжаю к Любляне, как раз разговаривали с человеком, ну, общались, я так рассказываю, как, чё, кого, чего. Короче, я посмотрели квартиру, внутри квартира прям нульс-нульс, но мне, во-первых, не понравился хозяин, почему-то сразу не зашел в душу, какой-то он такой тяжеленький, не знаю, вот прям не зашел, как бы, и сам по себе внешний вид дома, короче говоря, такой, в округе, ну, так себе, как бы, там, сама квартира напоминает, короче, как какой-то, типа, как офис, ну, там все новенькое, беленькое, все, ну, такое, типа, как по дешманчику, короче говоря. Продолжаем искать для ребят этих тоже квартиру, сейчас у нас в час дня еще один осмотр будет на шишке с ребятами. Собственно говоря, мы на месте практически, вот где-то тут. Ну, хоть, слава богу, хоть с парковками более-менее, типа, ну, тут еще, ну, как бы, тут плотно прямо тоже, типа. Но в целом местечко так или иначе найдешь себе, если вдруг. Если вдруг чего. О. Так, быстренько покажу вам квартирку. Тут пока кто-то тут живет, паренек какой-то пару дней. А так квартира новая, побелена все, короче, ванна, маленькое окошечко, бойница. Потом здесь у нас еще тут вход. Здесь большой зал прикольный. Окна выходят. О, окна видовые. Прикольно. Куда-то туда выходит, только пока не видно, дождь. Здесь небольшой балкончик. А здесь кухня. Тут как бы зона обеденная, типа. Или здесь. И здесь не кухонька. И это у нас стоит там, по-моему, что-то там 1000 евро или сколько, сейчас посмотрю, скажу. В общем, вот такая вот квартиренка. Ну, она только-только вот прям он закончил ремонт, только поделал все. Прикольненько. Так, ну что, господа, забрали мы одного ребенка и второго ребенка. Вон, типа, бабушка Сирануш у нас здесь. Немного ей полегче. Бабушка, старушка. Ну, хотя бы уже... Видно, что ей чуть-чуть полегче, чем было. Короче, все уже в норме. В общем, короче, я сегодня денек такой, конечно, потешный. Вот. Но зато, короче, я один вариант как бы решился. Что-то у кого-то. И еще один мы сейчас ждем на следующей неделе, типа. Перенесли подписание договора, короче говоря, типа, перенесли на другую неделю. По новому месту, типа. А сегодняшний, как бы, все. Проект закрыт, короче, да. Общая тревога. У нас экстренная ситуация нарисовалась. Ну так оно как бы само по себе организовалось. Короче говоря, у нас же там BMW белая стоит, Влашка. И тут так что-то само как-то все закружилось. Негаданно. Я уже, в принципе, особо никуда не собирался-то, как бы. Вроде думал, ну, у нас вот такой дождь, короче, херачит. Что-то прям вообще такая погода. А это, наверное, стадиончик крытый, а там открытый футбольный. Так, мимолетом показал. Короче, нарисовался движ. Сейчас, короче, еду к Андрюше за документами на BMW, которые завтра мне привезли, белые. Тройка. Вот. И заберу документы, потом еду как раз, заберу номера. И случаем воли судьбы Артемчик, наш товарищ, он в Любляне, и он будет ехать в ту сторону и закинет меня к Сашке за BMW. Как раз так как-то совпало, короче говоря, вот, что он здесь, и как раз я ему позвонил, говорит, а я сейчас как раз собираюсь, буду ехать в туда-обратно, в Лашко, ну, туда, в сторону. Бля, и судьбы, а мы как раз сегодня думали, как бы ее забрать, как привезти, чтобы как-то логистику построиться. Господа, мы вот уже выдвигаемся в сторону Лашка. У нас здесь просто какой-то реально апокалипсис. Там он только что под мостом ехали. Там воды просто. Вон, смотрите, какая история. Ой-ой-ой.
Товарищ Артём, будьте любезны, держитесь за руль. 5 hours later. Господа, с вами на связи ночные волки. Короче, с вами ночные странники. Ночные вот. Снайперы. Снайперы, да. Мы забрали нашу лайбу, как говорится, и плавненько... С третьей это было, да? Да нет, это первое, что ты гонишь, да. Просто типа, что она там этот, как-то, ну, провалилась куда-то. Что. В общем, что? Короче, на сегодня, я так подозреваю, что, наверное, уже достаточно у нас, как бы, с вами было приключений. Всех был рад, обнял, прижал. И до завтра. Всем хорошего и ночи пожелал. The next day. Добренькое утречко, господа. У нас понедельничек. Что-то там у нас 19 сентября. У нас сегодня праздничный день. У жены день рождения. Жена, поздравляю тебя. От сердца желаю счастья и много добра, радости, улыбки до небес. И вот что вы думаете в этот праздничный день у нас тут как бы происходит? А у нас тут происходит у ребенка. Едем мы сейчас с ребенком в больницу со старшим, короче. Вчера мы были в больнице тоже, в поликлинике. Нам сказали, что все вроде нормально. Но у нее там что-то было, горло, там что-то температура была. А сегодня ребенок ночью превратился почти в квазимоду, блин, там глаз затек, что-то там еле дышал, что-то там не разговаривал, тут вообще с утра разговаривался. Сейчас там вроде как попили чаю горячего, там что-то там сям. Вроде бы как бы немного пришел в себя. Вот. Ну, короче, конъюнктивит, что-то там, при том, что вчера сдали анализы, все, короче, все нормально. Ну, типа, просто ретангина там, типа, а что, она говорит, типа, ну, даже можно дать мороженое, типа, чтобы как бы не горячего, а именно прохладнее, ну, холодненького чего-то, чтобы, типа, как бы, наоборот, убивала эту хрень, потому что горячая, говорит, типа, как бы, ну, как вы свой день рождения празднуете? Именно мы вот так. Так, вон наш боец невидимого фронта. Температура у него 38. А что там? А, это я не приснился. А, что ты будешь делать? Боец невидимого фронта. Температура 38. Ну, вроде бы хотя бы сейчас что-то там жует нормально. Ну, потому что до этого даже не могла глотать вчера. И сегодня с утра прям, ну, прям тяжело, тяжело было глотать. А ну, там глотаешь нормально. Глотай. Вроде полегче глотается. В общем говоря, поедем-ка еще раз, наверное, сдадим анализы. А тем временем мы подъезжаем в нашу поликлинику. Если, может, кто и помнит, то помнил, здесь вот на этой парковке раньше был ковид-тест. Вот эту парковку забирали. Теперь вернули обратно парковку. И вот называется это все Метелково. И вот мы где-то как бы и здесь приехали. Парковка, конечно, здесь вот можно припарковаться, но здесь типа полчаса всего можно. А мне с ребенком бегать с ребенком как бы постоянно, это не вариант. Ну что, закончили мы с ребенком путешествие по поликлинике. Все вроде бы как бы типа нормально, ну, короче, типа какая-то ангина, не ангина. В общем, прописали там что-то, капли, мази, шмази, туда-сюда-зи и антибиотик. Вон, а кстати, рядом, видите, горы, вот там горы. Но сегодня уже послабее, как бы, уже сошли, как бы, этот снег чутка сошел, но все равно еще там лежит. Так, ну чего у нас? План минимум или план максимум выполнен. Немного подкинули груза, так сказать, со склада. Вот. И это не может не радовать. Собственно говоря, значит что? Слава богу, что-то продалось. Только что звонил еще типа врачиха, говорит, просто, говорит, ангина, анализы сдали, говорит, ничего особенного такого. Как бы там прописал еще типа один антибиотик надо будет прикупить. И в принципе, как бы, и все. И, в принципе, ребенок, ну, как бы, где-то подцепил ангину, короче, такую прям сильную. Вот, ну, как бы, говорит, типа, ничего особенного, ничего сверхъестественного, но типа сказан типа. Вот. Так, дальше что у нас? Жены ж все-таки день рождения сегодня, как бы. Надо поехать сейчас там забрать еще типа ее там, как бы, типа подарок. К
Кофеварка у нас появится теперь. Будем кофе пить. Теперь не с джазбочки, а теперь пришел, кнопочку нажал, и с утра кофе льется, сыпется. Прикольно. Вот. Так, ну что? Вот такая вот пистолетик вот такого для измерения температуры. Ну а это кофеварка, просто пока она там в черновой коробке, короче, и пока не совсем, не совсем могу вам показать. Поэтому что, едем домой, занесем это все домой, дома распакуем, ну и устроим небольшую распаковочку сегодня. The next day. Добренькое утречко, господа. Вчера что-то, короче, я типа обломался я со всеми распаковками, что-то, короче, жены день рождения. Так что-то все, короче, замучились, что-то все как-то утомились, что даже вчера что-то как-то и праздника даже не почувствовалось никому. Просто, типа, какая-то просто угар, вот так вот просто, типа. Мы с утра все хотим, как бы, попить кофейку. И вот такая у нас, как бы, крупс. Короче говоря, а самое примечательное, что я вот настроил коробку сейчас вот с утреца. И у нас тут, короче, написано Крупс. Туда-сюда, автомашек, эспрессо, там-да-да. ЭА-800. 800 серия, короче говоря. Но самый прикол, что здесь все написано, короче говоря, на русском. Ну, то есть вот эта этикетка. Такое ощущение, типа, что вот это вот было все то ли на экспорт, то ли как. Собственно говоря, сама машинка выглядит, кофемашинка выглядит вот как-то так. Короче, с каким-то там управлением, что-то там чашки. Пока непонятно, что да как. Включать пар, что-то там туда-сюда. Это для чашки. Ну, короче, пока не знаю, что тут это. Вот старт. Туда-сюда. Тут запариватель какой-то. Так, ну, в общем, собственно говоря, вот такое вот оборудование, типа, там где-то жена, конечно, насмотрелась, типа, что должно было быть капучинатор, типа, и там что-то молоко вбивается, типа, и она где-то там прочитала, вроде бы видела по картинкам, что, типа, одни картинки без него, а вторые картинки с этим, типа, вот мы взяли, типа, которая с картинкой с бочонком, капучинатор, оказывается, оно без него, ну вот, надо, типа, докупить, 30 евро стоит. Бочонок там, где молоко вливается. Вот это вот. Значится, кофе у нас вот такой вот. Какой-то кофе у нас. Итак, кофе у нас в резервуаре. Запах кофе, кстати, очень вкусно пахнет кофе. Хотя там где-то, ну вот я как бы не разбираюсь ничего, но вот прям, кстати, вот этот кофе. Прям приятный запах. Кофе бывает такой какой-то пережаренный, не пережаренный, еще какой-то, короче, неприятный, а этот прям приятный. Кстати говоря, стоимость данного экземпляра 300 евро, короче говоря. 300 евриков, и в принципе все готово у нас к запуску. И включаем сюда. Так, досыпает мне еще кофейка. А это вот, кстати, индикация, типа, ну, показывает, сколько процентов выполнено. Мы находимся на финишной прямой. Кофе у нас как раз добралась куда надо. 5 hours later. Так, господа, я снова в эфире, снова с вами. У нас 3:30 вечера, я что-то типа то это все, короче говоря, там, в общем, там товарищ у меня есть там в Польше, там с ним там сейчас что-то там думали, как бы есть там идеи, надо пробовать думать. Как раз в Польше это хорошо, что есть как бы свои люди, вот там по запчастям, по вот как бы мы общались там. Как-то хотим бэушные запчасти раскачать. И машины там оттуда вот тоже есть интересные варианты. Вот, типа проектики какие-нибудь. Ну и вообще, типа там еще есть куча разных нюансов. Событий. Короче, в общем, целый день на телефоне. The next day. Добренького утречка, господа. У нас четверг подъехал. 7:50 утра, ни свет, ни заря. Еду я сегодня, наконец-то, закончим продажей оборудования. Ну как закончим? Не закончим, но какая-то такая глобальная часть уехала. Или и сегодня уезжает, наконец-то, барный стол, этот барный пульт, короче говоря, который из дуба, там, тяжелейший. Договорились в 8 утра, потому что та барная стойка, конечно, ее продать
ну, как бы, она под заказ была сделана, и она, как бы, ну, не прям уж там нужна всем и вся. Вот, слава богу, что нашли либо эти ребята, которые открываются на том же месте, и им эта штука туда же нужна. Ну, так, ну что, я приехал, я примчался, но что-то там ребят не хватает. Так, что-то я тут, а их никого что-то нема, и где они есть, непонятно ни хрена. В общем, это, пойдем пока перекурим, выпьем кофеечку, что? А вон они, we are in 2 minutes away. Ну, в общем, через 2 минуты будут тоже. Отлично. Вот и все. Вот и порешали мы вопрос с этим всем. Вот такая вот барная стойка, короче говоря. Сколько там их было? 5 человек тянуло, короче говоря. 2 месяца и стойка уехала. Ура! А у нас уже 1 час дня, кстати говоря. Вот. И значит, я еду сейчас на встречу. У нас там наконец-то подписание договора. По квартире, которая в новом месте, мы смотрели, наконец-то мы сегодня все созрели, вот, и еду сейчас как раз подпишем. Так, господа, у нас наконец-то все свершилось, все случилось, товарищ Павел, не знаю, он залетает, не залетает нам в блок. Я вообще не вижу, что там. Ничего не видишь? Ага. Может, я у тебя голый. Ну вот, наш товарищ Павел. Счастливый обладатель ключей в центре нового места. Пока от квартиры. Нету, ключи не дали. А? Но еще будут ключи. Ключи будут. Будут ключи на следующей неделе. Договор, главное, подписали. Квартира хорошая. В центре нового места. Коммуналка тоже приятная, как бы. Поэтому пока мы, ну, все нормально. Ну, ты как бы еще и денег не заплатил никому. Знаете, как нормально все замучено. Что типа ключи и деньги. Вот. В общем, в принципе, удачная история, хорошая хозяйка, приятная, вот. Павел тоже хороший арендатор, надеюсь, и приятный человек. Ну что, Павла мы уже завезли, Павелу привет, наилучшие, как говорится, пожелания, что все получилось, все получалось, будем сотрудничать, там как бы... Занимается сайтами, разработками, там что-то, короче, там серьезные вещи делает. Вот, так что, если вдруг кому, может быть, надо будет контакты, хороший парень. И видно, что, ну, как бы, нормальный, то есть, ответственный, короче, паренек. Вот, так что, там, если что, то, как бы, можно будет к нему обращаться, там, по сайтам, по всяким, ну, таким серьезным, там, интернет-магазины, там, туда-сюда. Вот, а тут мне, короче, еще позвонил только что Андрюша. И говорит, у него там, это, машина-то, как бы, типа, он там отдал в аренду, как бы. Вот. И вот какая вот ситуация с машиной. Покажу сейчас. Короче, вот это вот Citroen. Я сначала не понял, что мне там показывает. А вон его стоит Шкода. Вот. А вот это вот Citroen въехал, короче, в колесо Андрюше. На эту машину, в Шкоду. Вот. У Шкоды чуть-чуть колесо там загнулось. Ну, там что-то крыло там. Ну, такое там. Ну, скорее всего, там будет что поделать. Рычагам там, наверное... Согнула, скорее всего, там, может быть, подрамник, не подрамник, ну, как бы, непонятно. Ну, короче, рычагам там точно, как бы, этот, привет сказали, типа, как бы, ну, и там есть что подшаманить, вот. А у Ситроена просто морда отпала. Ну, просто, такой удар, вроде, и там, говорит, ограничение 30, типа, а у тетеньки отказали, короче говоря, тормоза на Ситроене. И она, как вот так, вот в бочину воткнулась, ну, в переднее колесо, вот. И, короче говоря, вот такая вот халепа, залипуха, короче говоря. Сейчас там везут на сервис, короче говоря, к истоку. Вот. В общем, шо у нас еще? А шо у нас еще? 5 часов вечера. Надо ехать домой.